просто на речке, потом, блядь, я придумал, мы, короче, придумали. Эй, 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 get in my way and try to block me, I'm a... Stand. Very quickly. You can take edges. Take edges. Very sad. And next time don't come, guys, please. Just hit the rush. Да, я хуй не сделал. Did it? Great. Oh my god. Pro gamer. I hate you all. Oops. Okay, some legs. Бля, не хотел жить БКБ. Мне можно было просто форснуть. Guys, 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 guys.
We smoke together, like brothers and sisters. Don't die. Don't die like noob. Ah, no, no, no. That's not noob death. Ah. Back, 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 back. Oh, you die, it's GG. Ah, it's GG. Yeah, sad. Okay, we can death, we can death, we can death. We can death, though. Я считаю, не знал, что они будут. We are chat gamers. Да, с кем он все время разговаривает? Toss back and all our many things. Я с БКБ этого КДшится, не знаю. Я уже сдох, просидел столько времени в таверне, нахуй. На Рошане критическое произошло, потом камбэкнули, потом, ну, нельзя было бить базу. Да было просто начать файт. Если я типа на движении начинаю этот файт, меня распокивают, то уже не можем выбить файт никак. Ладно, похуй, кнопки понажимал, нормально. У меня, конечно, и бэкнут уже был огромный. А толку-то какого, блядь? Если так драться правильно, никакого. Рассекался разминаться с утраха? Да не, братишка, мне надо рассекаться разминаться, блядь, полгодика, блядь, если играть по одной, по одну-две игры в день, блядь. Сразу агрессируй. Пошел. Неплохая карта для меня. На его ставку будем точно колить. Я думаю, могу даже поставить. У него редко дама, вальта бы он сам ставил. Не буду давать ему доезды. Ставить семерку у меня с хорошим пикером. Восьмерки, девятки, десятки часто до трибетили, я почти всегда старше. Сколько дней турик, в этом турнире 4 первых дня, один уже был, второй сегодня, следующий 27-го вроде бы, потом 30-го, что-то такое. И потом 31-го мейн-эвент начинается, и мейн-эвент, не знаю, сколько идет, на секунду, наверное, пару дней, я думаю. Двухстороночка пошла. Надо, чтобы закрывалось. Если не закроется, не буду ставить. Если бы он колил. Not bad. Честно, его короли могут быть какие-то. Нормально, ебать. Могли вальты какие-то у него быть, кстати, девятки еще. Да и без потик выиграли.
Я здесь собрался, походу, будем полить. I'm going crazy. Я, походу, думал, то зарейзить и передумал. Это сэй. Что за код? Давайте покажу вам. Благо, не реклама не платит, или что ты можешь дать? Оп. Вот такая штучка у меня. Это очень сладенькая. Мне кажется, первая чересчур сладкая. То есть мне после нее прям, ну. Я обычно там из Сиги, когда курил, все такое, я курил ближе к пекиновому вкусу такому. А это прям сладковато, и мне бывает, когда вот, типа, часто я курю, сейчас то хочется на какой-то никотин. Больше. Не такого сигаретного вкуса. Она прям очень сладкая местами. Не, спирит неплохо разгорались по турниру. LG-листы прикольные стяги есть. Че прикольно, что они снова сходились после этого спирита. И сегодня дофинального стола игры? Не, это еще. Я говорю, здесь турнир в структуре, здесь 4 первых дня, сегодня второй из 4 первых дней, самый первый день уже был. Потом все, кто остались в этих 4 первых днях, садятся за один турнир и начинается мейн-эвент этого турнира. Вот, он, видимо, начинается 31 числа через неделю, если я не ошибаюсь. Точно кол. Диабло 4-5. У него дрова не закрылись. Я обязан буду колить ривер, чтобы он не поставил по такому ее розыгрышу от него. Чек-чек, маленькая. Ну, я может быть либо супер сильная, либо, 8-9, 8-10. Я обязан колить. А, ебать ты фартовый хуесос. О, ну я хорошо сыграл, обязан был колить ривер. Просто проперся чел. Нереально повезло ему. У него просто было на победу 5 аутов. Это 2 пятерки. А не, если бы у него вообще не было аутов на победу. У него было 3 аута на короле. Пятерка давала ему стрит, а мне давала фулл хаус. То есть у него было аута на победу, это 3 короля, ебать. В колоде. И он еще так жирно добирает по итогу. Бля, ебать, ему повезло, просто пиздец. Это, кстати, может быть катастрофа, ебать. Но я уже не отступлю, ебать. Это хуевый спот для блефа, если честно. По итогу. Походу мы рыбаться будем сегодня, ебать. Хотя вообще, наверное, типа, ладно, зависит будет от моего состояния морального, типа, потому что это значит, что сыграно очень плохо. Во-первых, на этого чела не работают правила покера, он с король 7, типа, по доске 2-10-7 ставит 77% банка. Но у меня, очевидно, нет семерки здесь. У меня нет семерки, типа, но... Типа, у него, если, короче, это нормальный игрок, а не долбоеб, у него всегда есть десятка с хорошим кикером. И, типа, что я изображаю только? Типа, у меня точно нет семерки. У него семерка тоже очень редко. Типа, потому что у него семерка — это полная хуйня. У него не должно быть семерки. Но и у меня не должно быть семерки. То есть это значит, должна играться того, что у вас обоих нет семерки. Если я играю чек-рейс, а он дает кол-кол, то у него либо десятка с хорошим кикером. Реже 8-9. Там иногда 8-9 крестовые. Иногда просто типа две креста хорошие с оверкартами, которые очень легко это колят и дают именно такой баррель. То есть, если у него флешдро крестовое, типа, то... А, я ошибся с сайзингом, вот, я понял свою ошибку. Если у него крестовое флешдро, типа, то я не должен улынить. Я должен поставить... Ну... Сейчас скажу, вот это нормально. Вот это нормально. И вот здесь я должен поставить, ну, где-то блайндов. Буквально блайндов, типа, 20 хватит, чтобы выбить его. Если у него не десятка. Потому что десятка он не выкинет, семерки у меня нет. То есть,
Я резал, чтобы поставить блайндов 20. Тогда я выбиваю просто квестовое флешдро. А на пуш я падаю, потому что пушить будет меня. Ну, семерки, у него нет семерки, типа, в этой раздаче была, но у него не должно быть семерки. Десятку я с хорошего не выбью. Еще, типа, намного реже, ну, типа, тоже есть такие руки. У него еще есть фулл хаус десяток, фулл хаус двоек. Но он был, этот чекрейс на флипе, еще по такому сайзингу, он был, короче, очень, скажем так, креативным его назвал. Ну, или уебанским, тоже хорошее подходящее слово, типа, потому что, ну, того не стоило. У меня, типа, бэкдоры в стриты и бэкдор в ФД с тузом, типа, но он дал большой сайзинг. Ну, короче, сам очень плохо сыграл раздачу, по факту. А, ну, не буду тебя давать, буду просто дальше играть нормально, даже с таким стеком. Не очень вовремя, типа, скажем так, я это сейчас одупляюсь. Ну, даже не вполне раздачи, вполне просто морального состояния, типа, то, что если бы до этого я не... на подсознание бы, типа, как-то не затагировался на этого чела, то этой раздачи бы не было. Но лучше поздно, чем никогда. Я, наверное, не буду рубаться. С тузами хорошо сыграл раздачу, почти даже можно было камбэкнуть, типа, почти в начальный стек. Ладно, ничего страшного. Объективно хуёво сыграл раздачу 106. Из-за этого, может, который не проебал. Ну, что? За близких страну любовь, за честь и верность идей, за совесть, гордость людей, за цвет голубых очей, прожгутся сотни на черть.